говорится, что сегодня вы должны оставить своих близких, своих родных и стать единым целым. Так пусть ничто не сможет вас разлучить. Будьте терпеливы, будьте мудры, оберегайте вашу любовь. Будьте самыми дорогими друг для друга. И я хочу вам пожелать, чтобы вы были самыми счастливыми, чтобы вы продолжали завоевывать сердца друг друга снова и снова каждый божий день, влюбляться снова и снова, покорять друг друга. Сохраните вашу любовь до конца ваших дней. И пусть наша горькая станет вашим самым сладким. Обменяйтесь кольцами. Попытаюсь тебя исправить. Никогда не нарушу твое личное пространство и никогда не буду пытаться взломать твою социальную сеть. Вот это правильно. По-мужски. Он уже пытался. Я хочу прожить с тобой всю жизнь. И я верю, что за те долгие счастливые годы, что нам предстоит прожить, мы построим что-то действительно крепкое. Например, любовь. Заранее подготовить речь, потому что я как вечный студент все готовлю в последний раз, но зато сейчас я скажу от души, от всего сердца. За время нашего знакомства, за время отношений ты стал мне очень близким человеком, и я надеюсь, что впоследствии мы будем становиться только ближе друг для друга. Я хочу, чтобы мы вместе делали очень многие важные жизни в нашей вещи в нашей жизни. Я хочу, чтобы мы вместе готовили булочки, пачкались в муке. Именно с тобой, именно вместе. Я хочу, чтобы мы вместе учились жить эту жизнь, чтобы мы вместе мечтали, вместе путешествовали, вместе любили, вместе строили планы и всегда надеялись только на лучшее и строили самую крепкую семью, ту, о которой мы всегда мечтали. С этого момента вы семья. Самые близкие, самые родные друг другу люди на свете. И мы очень надеемся, что прекрасное чувство любовь, которое когда-то вас соединило, останется в ваших сердцах и в ваших душах на долгие годы счастливой семейной жизни. Сегодня вас пришли поздравить самые родные, близкие и преданные вам люди. Почетное место среди них по праву занимают ваши родители. Помните, что все, что вы так любите друг друге, все, что вы так цените друг друге, создано их ежедневными трудами, теплом их рук и их сердец. Любите ваших родителей, почитайте их. Помните, что двери их домов всегда для вас открыты, и вас там всегда ждут. А вы, дорогие родители, примите от ваших взрослых уже детей этот поклон. Дорогие мамы и папы, совсем недавно вы держали в руках крохотные тверточки с вашими малышами. Совсем недавно вы их за ручку вели в первый класс. Вы вместе с ними радовались их первым успехам и горько переживали их первые неудачи. Сегодня ваши дети выросли и создали собственную семью. Но на этом ваше воспитание не заканчивается, потому что именно сейчас, как никогда, им нужны ваша поддержка, внимание, забота и, конечно, любовь. Только что родилась новая семья! И сейчас наступает самая приятная часть нашей церемонии. Это, конечно, ваше поздравление. Кирилл, я прошу вас вернуться к нам. Маша!
Я за тебя молиться стану, чтобы
Музыкальность, ритмика, это все про них. Вау-шоу, Ксении Резаевой, ваши аплодисменты!
хотите, что ли? Еще надо. Еще сильнее. Поможем, ребята! Бех! С другой стороны, Мария. Не, не висит. Рага? Застряла? Вот. Маська пьет. Вот. Маша, Маша. О. На, ну давай. Такой? Давай. На. Mm. Mm.
Лапшичков.